Всем привет! У нас сегодня обзор полудачный. Мы собираемся на дачу, хотя по нашему виду ощущение, что мы собрались в большой театр. Офигеть, фондю. Мы снимаем вообще-то. Так, все, мы, значит, собрались, продолжаем съемку. Дом Тент у нас на обзоре сегодня. Стоил он нам 4 фондю, камон! Значит, смотрите, стоил он нам 4500 рублей, до чего мы его взяли, собираемся, как я уже сказала, мы за город, наконец-то, август месяц собрались. В общем, давайте его распакуем, посмотрим, долго не будем разговаривать. Пишет, что легкий монтаж и демонтаж. Вентиляционная сетка в нем есть. Кстати, для выставок нам вот продавец сказал, для выставок прямо, я говорю, мы не выставляемся, мы уже старенькие. Сейчас посмотрим, насколько легкий. Так, вот такая сумка удобна в тачке. Места занимает мало. Мягкая подстилка и окно для безопасного обзора. Давайте ускорим здесь. Ты уже там копаешь, а? Еще подстилки нет. Все, мы в домике. Быстро собрали, теперь окошки. Ага, это вот так делается, смотрите. А, тут, подожди, тут вот так можно, можно вот так в нескольких положениях, короче. Вот окошки. Фондюха! Как тебе дом? Ну, короче, на дачу привезли. Вот, чтобы собаке было что копать. На даче-то земли нет. И вот эти окошки. О, здесь карман. Ну, для всякой мелочушки. У нас, кстати, есть дома. Мы покупали гигантский, дорогущий триоловский манеж в детстве. Вот. Стоил он нам, не помню там. Ну, дорогой был, здоровый. Но она в нем очень быстро устала сидеть. И мы решили, что не надо. А на даче самое то. А тот, конечно, здоровый, зеленый. Помнишь, был? Вот этот вот он именно такой, знаете, поставил, шашлычок ешь, собака там тусит. А, еще смотри, есть вот такие, а для чего это, посмотри. Для чего эти колья? А, это в землю? Подождите, не поняла. А, ну что, конечно, вот она копает и не уезжает, да, манеж? Просто вбиваешь вот так вот колья. А, все, я поняла. Ну, идеально. Или вот так, смотри, можно делать в двух положениях. Вот так, например. Ну, сделан, знаете, хорошо. Вот тот манеж, про который я говорила. Видите, фотка? Да-да, это он. Он был крут. Но она, кстати, его вот здесь весь поцарапала. Вот. Потому что хотела выбраться. Потому что мы ее в детстве на целый день, представляете, я ходила на работу, боялась, что она сбежит. Я ее на целый день оставляла в манеже. Сейчас бы меня отругали бы. Так, ну и, конечно, на дачу мы обязательно взяли что? На всякий случай мы решили взять не только форестовский ошейник, но еще и гамовский. Ну, знаете, там на даче мало ли что прицепится. Вот этот взяли ошейник для собак. Тоже 65 сантиметров он. Вот. Как он выглядит. Давайте посмотрим сразу. И взяли вот такие. Это вы нам насоветовали. А этот черный. Вот. Ну, вот у этого запах есть. Запах есть. И вот такие мы взяли еще на всякий случай. Это вы насоветовали. Капли для собачек. Тоже этой же фирмы. Ну, дешево и сердито. Я думаю, они там протестировали. Все это написано. И все, в общем, работает. Наш фондю, как и любая собака, не очень любит переноски. А здесь прям места дофига. И, видите, не вырывается. Немножко покопала, освоилась. А давайте я смогу ли? Во мне 56 килограмм. Смогу ли я? Да, очень просто. Очень легко и просто. Так. Вот со стороны это выглядит так. Видите? Та-дам! Круть, да? И все, и собака сидит. И вот так поставил. И пошел замачивать шашлыки-мышлыки. Отлично. Фондюха, давай я тебя выпущу. Или ты не хочешь выходить, подруга? Кстати, в Большой театр можно. В цирк Никулина мы собирались. Жалко, что с животными не пускают. Открываем.
Пандю, ты свободна. Говори всем пока-пока. Пока-пока, мои любименькие. Значит, вас не нравится, вот я так могу делать. Да-да-да. Ня-ня-ня, ня-ня-ня, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ня-ня-ня-ня-ня.